Всем привет, вот и новый ролик, и в этом ролике я расскажу, как вызвать крипипасту Тима Маски, но перед началом ролика я попрошу вас подписаться на мой канал, спасибо за внимание, ну а мы продолжаем. Для вызова вам понадобится табуретка, стул, листа размера А4, черный маркер, фломастер, любое оружие, терпение и храбрость. Вызывать можно в любое время суток, можно с друзьями. Идем в любую комнату и открываем окно, если его не открыть, Тим просто не придет. Ставим табуретку, стул на середину комнаты, на листе А4 черным маркером, фломастером рисуем знак Слендера, кладем лист под табуретку и говорим Тим Маске приди 3 раза. Потом бежим прятаться с оружием, но главное не в той комнате, где взвали, а в другой, потому что он вас сразу же найдет. Прячемся и ждем 10, 15 или 20 минут. Раньше выходить нельзя, но кто смельчак может выйти, но вам придется сражаться с Тимом. Сражаться придется долговато, так как Тим бессмертен, но вы можете победить. Ну, а если вы побоялись выйти раньше, чем 10 минут, вам ничего не грозит. После вызова вы можете увидеть, что табуретка сдвинута или лист помят. Чтобы его отзвать, нужно сказать 3 раза Тим Маски уйди, а окно закрыть. Вызов довольно опасен, так как за Тимом может пойти и его хозяин. Всем спасибо за просмотр, всем пока.